Запись идет? Не знаю. Так, тогда я изымаю эту историю. Куда можно? Да не, я все время все выйду. Там до тебя хуй есть. Может сюда? Куда? Ты сюда поставишь. Давай. Смотри, вот сюда садись, вот сюда поместь. Так мне же это управлять надо, неудобно, знаешь как? Проходи. Сюда. Так. Теперь смотрим, куда я нажимал, блядь. Должно время пойти, понимаешь? Это типа записи, блядь. Может перетащить? Нет. Не помню. А, наверное, я сюда. Нет. Сюда? Нет, нет. Что ты там отсасываешь, если калюна? У него красное уже есть, ему пофигу. Что за микстура у тебя там в руках, блядь? Жигули, блядь. Такой же. Нет, я не знаю, снимали или нет, блядь. Ну ладно, что целый час просто так куда-то. Давай посмотрим файл. Знаешь, как это. Слушай, ну это бандура, давай, выключи. Серж. Звезды, да. Вышел. Может, тебе позволят. Серега руками сыграл. Thank you.
5 видите. Я сильно такие. Я уже хотел его сначала наругать, блядь. Такие вот чудо-пасы. Крупником тебе. Видел, что Ореша сделал? Только что? Да. Орех-то, Рома, что ты в него втыкаешься? Блин, слушай. Снимать, снимаешь, да? Да. Башку мою видно? Да, видно. Ну, надо, чтобы не видно было. Ну, так нормально, да. Лучше я оператор наш. Слышно звук сильно? Где? На, Кэп, падла, я пришел. Видео. Нормально слышно. Нормально слышно? Нормально, нормально слышно. Слушай, у тебя углей для кальян нет? Я не курю кальян. Хорош! А, это Серега Ющенко забил. Серега машина, просто. Ну, понятно, короче, кто забил. Серега Ющенко, знаете, такого пацана, блин. Что, из третьей, что ли? Хорош. Так, такие голы. Конечно, Олеж, слышь, а? Мы с нормальными командами тащим. Да. А как нас нет, они 4-0 в первом тайме ведут. Ну, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, ну что? Понимаешь, да? Тебя протупил вообще по-страшному. Не заснял с момента. Какой? Финтов. Андрей, Андрей! Хорошо. Это до нас играл. В смысле? Я смотрю футбол, снимаю. На самом верху. О, Орех пришел. Да как ты не видишь, я-то тебя вижу. Вон. Ты камеру вообще круче туда ставишь. Да. Или ты один момент снимаешь? Хочешь, ты покрути. Здрасте. Здорово. Ну, проходи. Да как? Ну как он? Хорош! Блин, это тебя гол, не да, снял. Олег, блин! Офигеть, блин! Олег, ну ты чё, Олеж? Ты гонишь, что ли, а? Слышь, сходи, сходи вниз с сынком. Разом. Лица карточку получит. Ну ходи реально с сынком. Не, знаете, чё там не так? У тебя водички нет или? Нет. Я думала, ты вообще один не спишь. Да, конечно. Орех, орех, орех! Он до сих пор так.
Хорош, Илья! Илюха в двух моментах вырвал ее вообще. Вырвал, как этот, да? Как собака. Да. Я так что-то помню, здесь встала. Прям, знаешь, если вы сюда все будильники передадим в кучу, и ты прям так открываешь. Смешное у нас видео будет, да? Да. Ой. Не знаю. Навряд. Через зад, Саш, через зад. Хорош, дай подсказку. Тренер. Орех, орех с тайландской чумой. Антон, тренер. Дирижер. Назад, назад, орех. Хорош. Хорош, Илюш, хорош! Ну меня же на все удалили, значит, съем. Орешь через зад, хорош! Кстати, написали на одну, видел? Не написали, что ты до конца сделал. Ну, на одну, но мне кажется, это ошибка просто-напросто. Не, слышишь, мы перед каждым следующими турами я просто сайт буду класть им, дос атакой. И ты такой приходишь, на сайте ничего не было же. Я такие, ну у нас сайт просто работает, где такой, на сайте ничего не было, я играю. Что, нет никого? Сайт можно запылиться на следующую игру. С Фисом? Я что, я с четверга буду точно играть. Вот он, вот он. Рома вратаря на вшивость проверял. Слушай, а кто первый два гола забил? Значит, забил первый гол Орех. Орех? Да. Орех я люблю. Блин, я, короче, от съемки отвлекаюсь. Ты это, нажимаешь кнопку, чтобы фокусировалось? Что? Чтобы фокусировалось. Нажимаешь кнопку? Да, 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 конечно. Если автофокусировка, это, блин, фокусировка. Вот. Знаешь, в чем проблема? Вот здесь, короче, время не идет. Да? Не, ну, видюха записывается. Ты видел? Ты видел это? Да, видел. Сульманька. Санька убрал, Василий. Ну как бы он сейчас толкнул? Вверх нужны стрелы. Ну кто такой пасту ищу дал, а? На лавочке. А, один? Один. А его что, уронили, что ли? Парни на хитрого сыграли. Ну тупого, они на хитрого. Мы сейчас 7-6 можем слить, наверное.
следующий играет, знаешь? А? Кто следующий играет, не знаешь? Кто? Я не знаю. Наверное, Мирсиму играет. Зай! А во сколько играет Диман? В 11? А, время полно. А, они же с ФСК играют. Смотри, наших-то возят пока. Блядь, Илюха, что с приемчиком? Запарил этот кэп. Ой, какой пас! И завершение, ёпта, извините. Ток, ты видел пас передачи? А? Ты видел от этот Кирика? Пас? Пас видел. Который Кирик дал, да, или кто? Который брат мой дал. Илюхе это кто? На Илюху, ёб. Сейчас... Не, не видел. Сейчас промотай. Счет уже, блядь, 7-0. Я видел, видел, что счет. Олеж, ты сам понимаешь. Понятно, чем ты занимаешься, блядь, иди себе телефончик. Я отправляю к Apple счет. К Apple не рейтинг. Где, кстати, он был? Кто? Серега. Он не выспался. Понятно. Понятно. Здорово. Вот это вот. Тащи, тащи, медик, тащи ему на ноль! Ошибки отработал. Хороший прыжок. Бей своих, чтоб чужие боялись, блядь. Залог успеха, блядь. Я красный. Орех, успокойся! Орех, черт, черт, блин, орел. Да. Ёпта, блядь. Витя, на ноль, Витенька! Я даже снимать не стал, знал, что Витя, блядь, затащит. В натуре. Вот это фишки у Ореха, да? В одну сторону смотрит, другую отдает. Олег, а? Ты вот этому судье не пихал? Нет еще. Нет еще? Надо тебя на один матч вытащить, да? Да не. Зон тебя вытащит на один матч. Я все, я больше не буду так делать. Завязал? Я их ни разу не трогал. А этого Алика из Железняка, зачем он ему сунул? Не, ну ему ты сунул красиво, Олег. В прошлом матче ты мог хоть шапки на хорошо дать. Слышь? Прям с крюка. Витя, Витенька! Блин, сложился, блин.
Да. Слышь, как старый цирк сложился. Саша Васильев, встреть, Сашенька, хорош. Чего я пришел вот в 10 утра, скажи? Я че, уроды орали там на меня в чате? Иди, давай, счет нам фоткай. Че я пришел? 7-0. Ну, это нормально. Санька, Саня, Сань, 15 секунд, Саша! Орех, 12 секунд, орех! 9! Мерик, встань обратно, браво! Ага, все бить. Сейчас зашивок получишь. Все, я. Ты показывай закат. Идет запись. Фисом его держим. Слышь, Олег, можешь он там телочку темненькую покрупнее взять, чтобы я потом ВКонтакте нашел? Как кого? Это наш несчастливый ворот, знаешь? Лёх, не забудь. Проснулась эта папка, которая зарезает делами. Он начал на штырька ее. Ты бы сейчас хлопнул бы на штырька. Она. Он взбодрится. Чтоб тебя спайс отпустил, да? Да. Жесткий спайс. Орех один сейчас. Ой, хорош, орех! Нормально, нормально. Забился. Калин, ты что там? Хорош, орех! Ой, орех! Ой, машина, орех! Просто мой! Я профессионал, блядь. А я просто профессионал. Мастер футбольных дел. Илюшка, Илюшенька! Я думал, Саня сразу пас даст. Ты, Саня? Встань, племянник здесь, он должен был забить. Дай пас, дай пас! Посмотри, Ария. Просто метла, блин. Витя, Витя, на ноль, Витенька! Ой, фу. Я опять снимаю. Что-то, короче, у меня что-то сегодня эта съемка не идет вообще. Олеж, давай там где-то. Кстати, не так легко снимать, если вы просто сразу заметили. Саня, возьми Сашенька. Нифига себе, он его плохо скорит. Саня, решать, Саша! О, вышел, брат твой, слышь? Олег. Привет. Покрупнее, брат. Возьми, брат, покрупнее. Это штрафной здесь. Да, это тоже плавит порой. Да. Не, Олеж, ты же не обижайся, но пухляку ты не сунешь.
Я понял, понял. Понял, да? Да. А я и не хотел это делать. Че, ты не хотел? Сувать кому-то? Да. Не, ну как Серега налетел, ты сразу мясорубку свою врубил. Ну вот, блин, это же для Сереги. За Сереги, да, из-за Сереги. Сереги виноват. Как я сегодня? Удалили тебя. А потом смотрю, так летит пизда. Так, один. Да? Но у них сегодня часто не войдет. А ты сам здесь куда не Штрафной. Штрафной. Ой, Саня придумал, хорош. Витя на ноль, Витя на ноль, Витенька. Воткнуть еще этому. Я переживаю, но серьезно. 8-0, это еще ничего не говорит. Наша команда. Давай, Серый, решай, Серый. Никого там не жди, не смотри. Подождал Серый. Ну, Олег, брат мой просто пихает там. Чувак, это пиздец. Просто. Причем, знаешь, когда был 5-4, это было 6-5 не слили. 6-5 слили. Саша, решай, Саша! Мертвый. Саша, решай. Воротчик странный, да? Заметил? У них? Да. Бля, чё, вообще, я так горю, блядь, с ним. Слушай, у меня, это как бы, выходные могилы отбираются. Давай, давай, Серёженька, давай, сам! О, Ром, да, пиздец. Ром хотел как у... Видите, я не слышно, ори на них, Вить! Сейчас бы ему щелкнул, зарешал. Хорош. Психанул, видел? Гол, да, гол. Ну, Сереге надо рукава забить. Все руки, да? Он так на поле будет. Кстати, Антох, Серега Ющенко забил. Серега Ющенко? Да. Брат Олега, что ли? Да. Хорош. Вить на ноль, Витенька! Алло. Ты вообще на связь. Че, Орех, не хочет им, естественно, поздороваться? Почти! Вить, ну ты на орех не ори! На остальных ори!
Он Санька орит сейчас. Ноги затекли его. А Женек за кого играет? За Женек? Да? Что? Марчик Женек за Железняк играет? Да, за Железо, да. Ты что, его летом чуть не подписал? Да ты потому что слабый, без скаут, ё. Чё, гонишь ли? Мы Барину, а как подписали с Витькой, с Медушевским? За 2 минуты, блин. Писали, блин. За... Я не знаю, он там уехал. А он потом Барин... опять улетает. Олег вчера в чате переписывался, когда у него дот вылетел, походу, да? Нет. Хорош! Вот это гол. Это гол, блядь. Ореш, это не твои эти халявки. Халяву твою пикает. Ешь лошадь рабочая. В России. Вам точно. Во-во-во-во-во-во, хорош, хорош, давай. Это, кстати, француз ее. Француз? Да. Должен был быть листа в скафандре. Суй, суй, серый, суй! Это орех сейчас галяк просто называли творят. Хотя бы 3-0 будем вести там в Ауне на скорой уедет. А вообще пробуйте. Не, сейчас? Не-не-не. Следующий. Ромка, блядь, что за передачка, чё? Колян, что за мода бухать на стадионе? А? В 10:50 утра, да, причем? Да. Арина у него, видишь? Рома, блин, что за пасы? Вить на ноль, Вить на ноль! Оп. Давай!
давай, блядь. Вот это банка, ёб. ККК. Ничего. Иди, Кима. Давай, Илюха. Хорош, хорош. Я думал, Илюха пушка страшная. А Илюха? А он не страшный. Я же и так не могу на Илюху ничего базарить. Я в прошлом видео на нее наговорил. Зачем? Илюха, да ёб какие пасы. На ноль, Витя, на ноль! Орех пасик зажал. Орех надо было бить в касание. Давали желтые, поэтому из-за желтых там вот этот Шапкин и пропускает матч. Ну да, потасовочка это. А? Не знаю. Ничего. Дай быстрее, Андрей, хорош. А где у него вещи, Ваня? Да, у него.
вчера нормально подключали. Да, я знаю. А мы трещали. Или и всякие штучки. Ой-ой-ой, пошел машинище. Ну, батя там, да. Матчем Илюха поля. Илюха вообще сегодня хоть. Ну как там из-за тим просто. Не, Илюха сегодня нормально. Витя на ноль, Витенька, на ноль! Это оранжевый шар, это футбольный. Пиздец, позорище, погромче вот это. Да не. Пацаны сегодня старались, нормально сыграли. Надо было кричать, когда мы, блядь, 6-5 просрали, блядь. Я хотел орать, но у меня просто как бы... Мы бы тебе дали пиздюлей. Нет, мне поехали. Ой, как люди сидят, да? Намер твое. Да,
серый. Блин, серый испарился вообще, а. Что-то мокрый бегал, что ли? Хорош, Ром, давай, двоём! Красава, я еще успел гол сделать. На поле? На поле обедрёт, ты прав? На улице. Тебе плохо, что ли? Сергей, скажите о своем выступлении на поле. Не было не так просто, да, вы хотите сказать? Дисциплина подвела. Я отработал. Олег, ты его снимаешь? Да. Меня не надо снимать. Все, да? Многословно, многословно один из лидеров команды. Не, ну в принципе играл классно, что ли. Все, хватит его. Хорош! Уверенно, нет. Вообще равня. Вот и все. А? Вчера, конечно. Ром, в конце ты, а? Нормально, Олег. Просто. Просто в конце. Я думал, что ты показывал. Ну как я посмотрел. В этом матче. Ну я понял. Ты просто провалил. Ага. Я что-нибудь размочил. Ну окей. А Люк, а сегодня Люка правнее. Бе-бе-бе-бе-бе. Сань, что-то последний забыл. Нет, да я тебе орал. Блядь, ты как прыгаешь, нахуй. Слишком, блядь. Ты как прыгаешь, я говорю, блядь. Не, Орех вообще ровно. Слышь, пацаны, пойдем, я все ему помогу. Орех вообще лучше. Чтобы Орех сыграл. Постоишь, что ли, у тебя?